Здравствуйте, дорогие друзья. Находимся в поселке Витязево. Сегодня было восстановлено ограждение, которое было сбито после, ну, машины после аварии, и его так положили, оно тут валялось больше недели. Хочу вас познакомить с человеком, который занимается благоустройством поселка, то есть предприниматель, и пускай он о себе немножечко расскажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Моя фамилия Кирилл Филипп Петр, я предприниматель, житель поселка Витязево. Угу. Значит, здесь на данном вот этом участке произошла авария на той неделе. Вот предприниматели за свои деньги решили сделать этот забор, навести здесь порядок. Ну и вкратце я хочу сказать, что вот на данный момент мы стоим на улице Черноморская и Горького. В том году мы, предприниматели поселка, поставили с правой стороны урны. Урны для пользования. Договорились с Капусиным, который человек, который очень много сделал для нашего поселка в плане уборки, который следит за чистотой. Хочу обратить внимание на то, чтобы побольше людей, предпринимателей, старалось, чтобы наш поселок процветал и не были равнодушными к нашему поселку. Сейчас у нас в планах, значит, возле Дом культуры хотим сделать забор, который не существует уже около 20 лет. Там трава, там траву косили, убирали. Сейчас хотим после выборов сделать забор. И есть очень много планов там на будущее, чтобы все для нашего поселка. И это как бы даю интервью не в том плане, что там мы показываем. Мы просто хотим, чтобы нас было все больше и больше. Тех людей, которые неравнодушны, вот, потому что я общаюсь со многими предпринимателями, часто говорил, вот нету того человека, который там что-либо делает. То есть нашел такого человека, который очень много делает для Витязева. Вот, допустим, последний пример, он стесняется, не хочет рассказывать. Вот, допустим, бульвар Шардоне возле моего дома, где живем, я показывал, какая там была свалка. Я думал, ладно, не удовлетворить, ну, в общем, это ваша рука дело, да, то есть убрали, навели порядок. Мира 92, это там, где остановка 123-й маршрутки, туда дальше, там возле заборов была тоже огромнейшая свалка, тоже вывезли. Возле моего дома с торца здания, там еле машина уже проезжала, то есть, и тоже это ваше дело. Да, ну там, слава богу, что я, в общем, поговорил с предпринимателем. Бургутский, да, Ваня. Я его попросил, чтобы он проследил, чтобы он, в общем, будет следить за этой мусоркой, чтобы вот этого не было бардака. Большое тоже ему спасибо. Потому что там никто не убирает, и постоянно вот этот бардак, и все это люди приезжие все видят и жалуются на то, что грязи много. Грязь, вонь, самое интересное, мы все платим. То есть. Коммуналщик, да. Не знаю, почему это происходит. Не суть, то есть, опять-таки, то есть, вам спасибо за то, что делаете. Вот в дальнейшем, да, вот если у кого-то, кто живет в Витязево, занимается предпринимательской деятельностью, есть желание, допустим, поучаствовать как-то в развитии поселка, я буду стараться рассказывать как бы о всех тех действиях, которые будут происходить, и вы тоже можете как-то не быть равнодушными, спокойными, а принимать какое-то участие. Вот примерно вот на эти мусорки поскольку люди скидывались, допустим, те, кто приняли участие? Каждый предприниматель по 2500. По 2500, то есть. Да, но даже есть такие люди, те, которые в том году даже не рассчитались, а это позор таким горе-предпринимателям, потому что они имеют магазины, кафе, ну, торговые точки, в общем. Им даже жалко было отдать по 2500, которые, ну, это людям, вот, которые идут с моря или на море, им некуда было кидать мусор. Из-за этого было большое скопление везде мусора. Сейчас хоть более-менее с этими урнами стало намного получше. И, конечно, получше. То есть мы видим, что мусорки стоят, и у людей нет претензий. То есть у нас получается, до какой улицы сделаны они вообще? Это вот от моего вкуса и до параллели, до начала параллели. И по параллели у нас мусорки стоят. То есть люди получают хотя бы одна улица Витязева, которая полностью обеспечена мусорками. Да. То есть это вот большой плюс. Как-то ваш номер телефона, да, можно оставить, допустим, можно, если вдруг да. будет кому-то интересно поучаствовать, будем благодарны. В общем, очень благодарны будем тем предпринимателям, которые будут неравнодушны. Мы вас ждем, давайте вместе делать нашу видео. Делать, да, хорошие дела для нашего поселка, для наших людей, отдыхающих, и наших, прежде всего, детей. Потому что вот опять-таки же вот все те люди, которые приехали к нам в этом году, увидели какие-то минусы, да, и вот хотелось, чтобы эти минусы у нас исчезали. Те же самые взять у нас еще две основных улицы, это взять, допустим, Светлая и Мира, на которых также проблемы с мусорками. Хотя там тоже ни на одной нету бедных, понимаете, у которых нет возможности установить эту мусорку. То же самое. И чтобы людям было проще пройти, выбросить, а не тащить с собой на пляж. В общем, я рад знакомству. Спасибо за то, что вы делаете. И на
надеюсь, что как бы получится популяризировать Витязева данное действие. Ребят, никто, кроме вас, неоткуда ждать, серьезно. Всем спасибо.